сбит его счет, поэтому под него будет основной упор прямо сейчас. Но здесь уже и Фандер. Фандер минус по бустеру. Попытка размена. Десаут и есть фраг по инсайду. Попал, но и Десаут должен помогать. Да, Десаут помогает. И здесь 4 в 3 ситуация. Установка бомбы. Ой, какой же тяжелый ретейк будет. Данжер, Леха! Вау! Куда он там попадает? Как он вообще попадает? Это был ноузум через смог. Просто в сторону, куда-то в сторону. Денджер Леха еще и строго забирает ноузумом. Это серьезно вообще? Пока минус Денджер Леха. Ситуация 2 в 2. Каравай! Есть еще один минус. 1 в 1. Мегараш или Каравай? Мегараш не добивает Каравая. Смещает внимание и все-таки добивает или нет? А нож! Ай-яй-яй-яй-яй! Не получилось! Не получилось! Он уже побежал дефьюзить бомбу, потому что он думал, что он убил его в голову Сауга. Я не думаю, что там что-то в норме. Это просто за гранью человечества. Ой-ой-ой, ребята. А это матчпоинт. Ой-ой-ой. Слишком долго он в него стрелял. Посмотри, очень долго и очень много выстрелов. И, к сожалению, не попал, ну, практически ничего в верхнюю часть тела. Только все вниз полетело, все полетело в ноги, все полетело в туловище, но не хватило дэмэджа с Юспа. Алику очень жалко, на самом деле. Мегараш, конечно, сделал... Ну, на самом деле, все неплохо, просто он действительно ошибся с тем, что подумал, что он его убил. И там реально, ну, казалось, тайминг все нормально было.